Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» собрались отряды со всех уголков нашей необъятной страны. К примеру, Владивосток и Озерск разделяют 7 500 километров, а Свердловскую и Челябинскую области лишь одна граница. Давайте сотрем ее и вместе поприветствуем ребят из Екатеринбурга. Студенческий отряд «Атом». Привет, это мажор в исполнении Иванова Александра. Наверное, вы думаете, что на сцене происходит какой-то бред. Но на самом деле это принцип, которым руководствуется наш отряд. Если вы еще совсем зеленый и на вашем пути встречаются преграды, никогда не сдавайтесь, а ищите оригинальный подход. Студенческий строительный отряд «Атом». Спасибо!